часть социалистической улицы и Шлиссельбургского шоссе в Устье-Жоре стали односторонними. Изменения произошли по инициативе жителей. Теперь по обеим улицам в основном можно двигаться только в сторону Колпино. Односторонними стали участки Социалистической от улицы Полины Осипенко до Садовой улицы, от дома 42 до Плановой, от 19-го проезда до Славянской дороги. Что касается Шлиссельбургского шоссе, то это отрезки от дома 3 до Садовой улицы, от дома 63 до 18-го проезда и от дома 117 до 19-го проезда. Пока знаки замотаны пленкой, хотя официальные изменения в схему дорожного движения вступили в этот понедельник. Для многих водителей это станет открытием, вот, неожиданностью, поэтому в первые дни водители будут привыкать к новому движению транспортных средств в поселке Устье-Жора, поэтому будет дано время для того, чтобы привыкли к этому движению. Этих изменений жители поселка ждали давно. Автомобилисты постоянно объезжали пробку по Петрозаводскому шоссе через Устье-Жору, превращая узкие улочки в автостраду. Теперь, надеются местные, тихая жизнь вернется в поселок и в часы пик.